Это Короче, пиздец, там 100 тысяч урона нахуй по тебе да. будет, блядь. Выпивай сопрот, блядь, или пиздец будет. Так, у нас только один Эридар, да? А, мы кастером оставим. А, реально мелики типа саппорт пьют? Да никто ничего не пьет, успокойся. Понял. Там танку на одном боссе максимум сопрот. Так вот, справа-слева заберешь, а снизу буду агрить. Двух этих, которые выходят. Пристабаф. Кулаки по меликам бафой. Я каску дам 8%. А, я думал, мы будем нормально, типа, через крик играть. А, хотя да, у нас вара есть. Чё, я забыл. Обычно вара не беру, поэтому можно забить. Алло, Юль. Опять её ждём. Не такой уж и бесполезный фурик, 5% крита тебе что-то дает. Раскол Ничего дает. себе. Конфел, куда делся? Не знаю, можешь релогать. Или ты еще очнулся? Он базарит он. А так здорово. Всегда, блядь, один ушел, другой пришел, блядь, и так Привет, постоянно. Славик. Здорово. Ебать, РПБшный мутик. А не, это ШД. Короче, собирал пугов. Вы к 10, пропускаю. Блядь. Алло, выйдем первым. Бичей собрал нахуй. 220-х нахуй. Вайпнулся нахуй. Хорош. Кикнул всех потом. Там один лок остался, 12к давал. Пересобрал, блядь. Заебался сидеть. Все ради штанов Т4, блядь. А я взял штаны. И голову Т10 взял, там крит хаст. Короче, апнул сотку хасты себе. 1600 хасты теперь. 255-й шаман. Короче, джинрок анрол нахуй. Тренинг не анрол. Я сразу говорил. Не, что, что? Есть анрол один, да? Да, но посох не будет, успокойся. Да посох Нет. ему за анрол. Наоборот, хорошо, если не, бы но... посох анрол, знаешь. Если ничего не выпадет, может, да, сделаю. Тебе же не надо на ДК джинрок, ебаный. Мне? На ДК? Да мне вообще здесь ничего не надо. А, ну не все, знаю, на ДК пришел. Кстати, как собираешь там один гоутаук, типа, да? Нет, просто. Один анрол. А что с ними делаю, это мое дело. Может, ничего не понравится, а оком сделаем. Нет, там не так. Если Юльке ничего не упадет, то тогда ауком. Ну, типа, я сюда хожу, я до сих пор не забрала ни одной шмотки. Ролевой. Да, конечно, да? Сейчас. Ты себе тут нагреб уже этих плащей, блядь, колец. Да. Я хожу сюда будет. Сколько месяцев, вот с открытия Зуламана, мне не упала ни одна шмотка, ни кольцо, ни плащ. У тебя вообще... Я хожу. У тебя тринька есть. Богатая в каком плане? Голдой? Но нет. Ты... Не, нищеброд. Вот, хорошо. Все, можешь обогатиться, знаешь. Так, Холич там любезный. 300к нахуй в кармане да, уже. Так делай. Че, любезный что-то дает? Я даже не помню, что он дает. Я даю, да. Че даю? 5 единиц, а. Ну, эти раги, короче. Тогда почему роги хотят этого? Меня хотят? Да. Я буду обратно делать эльфийку, нормальную бабу, блядь. А то у этой пухи пиздец здоровые. Все ради трансмога. Да. Сколько там голдей на это потратил? Нахуя. Пухи здоровые. Чё, вот, справа-слева двух забираешь, а снизу. Вы только не протонись там начало. Какой инспектор вообще, блин, инспект говно. Трэш, ладно, сейчас успею. А в конфе вроде бы у Рида есть. Ты не Алконфел спрашивает? Ну да ладно. А, нет, отказал. Вперед с Данилем, как пока таймер не появился. Ждем таймер. Ну типа нахуй вы их к нему близко стояли. Ну, поехали. Во.
Подожди. У меня сегодня холи щит на 5. Хоть кто-то заценит мой пиай, да? Чувак. Писочка. Этот лох, блядь, даже не замечает, что им когда он говорит, ты мне кидаешь? Я думаю, придурок, что ли? И так что можно, если что, короче, продавать пиай? Я вижу, но шамани не вижу. Можно продавать пиай. Говорить ему, что я закидываю, и тупо с кого-то там кассик брать на рейд. Котки. А я покупал раньше. И МКшечку покупал, и ПИАСочку. А выгодно было. Феникс когда-то там, типа, на сурфе 10к за первое место давал. Ну да. Че, умирайте. Дайте диван, если успеешь по-моему чего-то. Не успел, да? Успели, успели. Угу. А, успел, да. Так, ручками резаем или так, масрез? Масрез. Ага. Только шкаф сразу потом ставь, лок, вылетай ему сумать надо. Я остался один. Может, я рыбипер не буду ставить, сам ставит. Славик, вставай. 5 сек рез. Кто первый доест, сумать вылетай ему. Жулька по-любому уже натрескалась. Ну да, я до сих пор сижу, щеки набиваю. Так, шаман, просто ренжо держи. Когда сказал сбежаться, надо будет сбежаться. Мили-зону, все. А, ну и тотем на природу поставь чисто. Да, тотем на природу здесь. Че, я в ретрика. Скажешь, когда будешь готов. Подождите, не пульте. У нас паладин испекнулся. Фласку выпейте, масло намажьте. Что-то, сука, сделать хотел, забыл, что нахуй. Готов? А, каску себе. Я все вижу, чей. Да, просто каски себе мафу на сварить, покричать. За нами шпион следит. Я просто four, это. Угу. Просто напала прото баф. Сейчас уже спулили после трая. Дела. Тут рост-то как... А, шаман с планом. Роман, Геру, дай. Чё за хуйня? Нихуя, я улетел. Да. А. Тебе не близко стоишь? Блин, чё близко. После каста сразу бежаться надо. Каст будет? Всё, сбегайте. Или зон. После следующего коста сбежаться.
Сбежались. Сбежали. Я успел Т4, да? Так, дорога три. Видите, там меликов много ста. Лучше выбежать. После следующего сбежаться. Нормально клеваешь по птицам. Уходи. К престу сбежат. Ой, бля, просакала, сорян. Хиль. Разбежали. Чем давать это? Какой нервный. Ты близко стоишь. Не так, как не дайте сбросить эти птицы за грозу. Что-то кажется, или он жирный? Нет, как обычно. Шимана теперь не... А, все. Не, я просто вообще впервые в заломане. А, летает. Ему сбежались быстро. Траве. С чего не помню. Не надо ставать нейтратери. Без тебя там. Сразу не умирайте, эти я вот заберу. Вот, вот повесьте, мешок не открою. Сбежались мы. Что там? Вообще хорош. Ебать. Какой, 71-й? Хорош. Кинь, еще кольцо упадет, я вообще в окно выйду нахуй. Просто пристал, удалю. Я хожу, сколько заломан с открытия? Вот, потом спекнись там. Да, да. Там бой на ком-то нахуй, на роге, блядь. Алло. Да нормально. Вроде. Ну вот сейчас, блядь, я вижу, мобы выбрали вас. Нахуй вы заходите в инст? Кого выбрали? Выйдите вот из... Лока выбрали. Съебитесь с инста, блядь. На ком комбат выйдите из инста просто. Такое... Мобы стоят, кастуют, сука, держат Лока в таргете. Ну быстрее съебитесь. На ком-то еще комбат смотрите. Пизда, нахуй. Короче, ну я не знаю, нахуй. Не, Лок вышел, на ком еще, скажи. Я не ебу, нахуй, я сам вышел с тела. Ну, типа, ну, блядь. Если нет комбата, нормально все, заходите. Надо ждать, когда скинется, блядь, когда все умрут, а не заходить в инст сразу. Давай дотащи классы. Пустит всю малину. Куда ты идешь? Сапилю, да, говоришь? У них ранжа большая. Ждем всех.
Со второго сундука, да, может пушка упасть. Угу. Прочитать это заклинание. Я никого не буду. Так, Лок, СС на себя накинь на всякий случай. Стражники, не мешка. Там шаман потерялся. Вы боитесь больше их или меня? Их или Вайда? Что, захилите шамана, Вайда? Если не подойдет. Отправляйтесь туда и принесите мне их головы. Теперь у танков никто не идет. Добавим полу, пойдем. Цель там, да, уже? Бежали сверху, пидоры. Мне придется молить. Да, достанет, наверное. Че, диван давать? Не так далеко. Все, умирайте. Диван, да, дай кому-нибудь нафиги. Блять, КД нахуй. Ну, СС был, да? СС есть, да. А чё, блять, куда мобы бегут? Чё-то... Да, не выходить с инвиза. Сейчас я поближе умру. Это нормально, чтобы нас танк не пробило, пока бежим. Это всегда так на дроиде делаем. Сурога выживет, в принципе. Кто-нибудь дерись. Станет поближе в угол, чтобы до холища достать. Где-нибудь тут хватит. Аккуратно по стенке обратно идите. Интересно. Достало холища? Нормально, никого сумоить не надо, все. Блять! На ком умирать тебе, комбат на комбат. Кто-то. Подводи к нам. У нас нету комбата. Алконфил. Подводите к нам. Все нормально, еще резни вас. Я красный. Дживс есть у кого? Поставили. Уже два. Ресничи, медалок. Череп первым, надо было развернуть. С двух вторым. Рыбу хавать. Тяните сразу, потом через два босса опять будете джип спросить. Да, хилы готовы? Курю трэш. Как он перепает твою жадку? Че? А че тут не забыл? Танкубивец. Ему страшно. Мелики, ты там сломай. Че-то будет, наверное, больше медведя танчить, обычный облик. Угу. Да, да, сейчас бы подружи стоять, да? Звезду играйте, кого убить? А. Потом. Сейчас мне куб строили череп. Вроде стан дадите, надеюсь. У меня процента нету. Сейчас 50%. Все, сделаю уже, вижу. Кто такой StervyKX, друид? Понятия, о чем. Вопрос по вступлению в ГИ. Стан дайте похер. Понять. Я, короче, дал у этого, а уже не надо было, да? Ну, у этого кто-то другой. Сейчас тоже дадут. Эрдруг, короче, сейчас его в ги возьму.
Сегодня, кстати, написала, так не ответил мне в Discord. Пацаны, бейте, я дам стан. Стан? Не дал я. А зачем? Бей. Рогу уресните сразу ребаф по нему. Рыба там стоит, нет? Пропала уже, по-моему. Сейчас поставлю еще. Одну ману за регентиком надо. Так, Войд, я обычный, ты медведь еще раз. Ага. Что-то я не уверен, что я выдержу медведя. Нет, первый я. Танк. ДК. Так, бьют. За рост. Сейчас нам идет и дадите. Не было роста, да? Шаман, спишь, что ли? Гиро, давай. Скажи, когда облик будет, давай. А я сижу, я, сука, до талого держала 5. Я забыла стрим-то тебе чи. Я вот дискорд не проверю. Чёр, похиль? А, там уже у Войда стрим. Я плохо слышно. Меня? Вот сейчас хорошо. Как у Фелли голос на турбойсе похож, просто вообще нереально. Так кого-нибудь наебать можно, кто турбойса знает. Только ж вот это присвистывание посильнее у Фелли. Ты не слышишь, Савик? Угу. Замечаешь?
Да ладно, не так мне сильно бьет, что сделал по мне, я не хотела хил. Флешку, я думаю, отдам зубы, чтобы не хил, не кастить флешку, понял? Ну такого сейчас его дофига. В принципе, уже. Типа сердру я еще иногда кастю флешки. Если есть какой-то шаман или паладин, я вообще хуй забиваю. Прости, что я такой беспомощный. Да нет, ну типа такова механика, ничего не поделаешь. И что умеет кинуть подорожник? В танке все кажется еще дольше. Сразу умираете, повторю. Бегаешь с тюрьмы способом, да, хули? Нет, тюремные вообще хуйня. Понятно. Вечная пламя, типа тьма плюс свет, что ли? Ну там две дуты вешатся, одна цвет, одна тьма. Не, ну там типа урона я смотрю. Скажи, что упал посох. Пока не знаю. Упал посох. Типа сумерки. Чё там упало? Кинжал. Сюки. Всё, мы можем умирать. Зачем умирать? Бегите туда. Для чего? Не, мы на рысь. Да, мы на 3 сундука, 4 даже не будем. Может там потом успеем, может нет, посмотрим. Только не покидайте тело, не заходите, пока тут все не сдохли. Вон шаман еще не сдох, колючий. Ты может у тебя типа что-то войд багается? Мы сразу покидаем тело, сразу бежим, даже если не все сдохли. Не бывает, что если кто-то доты оставил, там лок шипает. Да, ну, крайне редко. Останутся, на него пойдет. Это пойдет правильно, если он кинет какую-то доту в них. То на него пойдет потом, если он зайдет. А если ничего не кидает, то им не зачем идти. Чё-то забыл спросить, на успехе кто-то ролит, нет? Так, ну я на ретриком. Но танки на ДД, это мне кажется всегда есть так. На успехе хуй знает. Чё-то там нахыпало, забрал бы вон с рыси, по-моему, какие-то штаны там гольчужные падают. Если шаману не надо будет. Посмотрим. О, кинь чала баню, завтра кидай скрин, его забанят. За голду. Ему мут дают. 30 минут сначала. Ну, мут дадут. Я потом опять кину такой же скин, опять дадут мут. Они не разбираются нихуя даже. Так, ну, вот да. Бежишь впереди всей планеты, я чуть позади тебя, чтобы дать хождение по воде. Так, а мне свобода нужна здесь, нет? Кого? Свобода. Если фридом, что ли? Ты при чем? Нет, зелья свободы здесь. А, да на этом покинет, что здесь? Сейчас роги сапнут первый рысь. Тут ты там ползаешь. Чё, сапнули, да? Скажите, когда бежать. Таймер. Просто до воды главное локу добежать, остальное посрать. Под воду, под домик, не надо дальше. А, руты! Руты! Нет! Лок до воды добежал? Рыбашка добралась до воды, нет? Все, добралась вроде. Помогите! Все, умираем где-нибудь здесь, без рейнджера. Кот бежит, пук Андрей. Че, диван или что давать здесь? Диван, может, дать, да. Где люлька? А где? Здесь СС не вешал на себе. Люльки руты кинули, люлька погибла. Короче, Холич сюда дал диван. Да, без масс-рез, если что, резать всех. Просто таргет на час.
Так, кто далеко там умер? Королева. Остальные вроде нормально. Я. Что-то, чуть я не вижу. Здесь не отдали, хочется вот. Понять. Сейчас. Чуть даже не резались. Так, всё, не таргались. Да? Просто по таргету рез и без масреза. Ковер пишет, что у нас тут вайп через один. 3, 2, 1, вайп. Как он, видишь, вайп, они все сдохли. Лока там первого резь нежелательно. Шкаф начал ставить. Ковер, убери отслеживание головы Христа ради. А мне прикалывать. Киномакрос напишешь, Адель мудак через 3-2. Мудак. Нет, там бесконечность. Знак бесконечности надо рисовать. Или напишешь, кто-то надоел, пишешь, ты мудак через 3-2-1. Ага. Так, ну всех, кого мог, риснул. Да, только ковра и двух рогов нету. Ну, роги они там уже обосчили. А, окей. Да я не в курю, где мы находимся вообще, блядь? Тут раньше была стена просто. А, нет, одного рога сумнуть надо, он не справился. Тут мы не стоим, теперь. Раньше была стена в Зулемане. Маньте. А там дальше секретный босс. Кстати, да, что там он там дальше? Едичка, интересно, вылезет, комбат повесит. Секретный босс, которого нет. Где они? Нет, такой есть. Все, по маунтам сюда подошли. Также добавим полдам, побежим. Лолка, ты прям плывут в воде. Слева лестницу, главное, чтоб лок добежал. Блин, чуть забыл про СС, но надеюсь, добежишь. Лола, я мог тут катить всю жизнь. А с каких пор тут они плавают прям? Сюда, да? Все, умирайте, там нормально. Роги вас резнут. Меня надо будет сумон. Блинка ему тоже. Я могу тут все время их катить, короче. Чисто плавать по кругу. Роги резать их. Я не готов применить это заклинание. А еще же на этого пидора надо танк. Дракона на. Ну и сюда тоже надо. Там, наверное, вар аспект не все-таки. Пусть он босса танчит, там вообще. Че шаман не встает? Не знаю, сманите меня, ковра. Я говорю, у меня нет аспекта. Ну, сделаешь потом. Ну, вот сделаю, да. Таймер пойдем. Там просто босса танчит вообще, любой 230-й сможет. Да, ничего. Пойду страшно. Лучше в ретрике, он там хорошо науешь. Где шаман? Шаман. Просто с тобой. Сука. Встал. Рыбу встал. Рысь, короче, забирай, я босс потанчу. Да, надеемся. 260, то попробуешь сам танчить. ВДК. Когда-нибудь попробую. Но не 245-й. Да. Как 260-го хватит точно. Рост когда? Можешь сейчас дать. Давай, Шаман. Нет. Накинула. У тебя не зыбка есть? Будешь давать на первую?
Да на первом не... там 50% будет взрыв плюс фаз. Что такое? Рысь. Там у вас быть босса не буду разворачивать. Пойдет опять. Сам сломать. Ну, духи полетели. Нихуя! А чё уже сделали? Чё, как много тебя? Два таргета, потому что... А-а-а. Да, я ж тебе говорю, типа, вот это сами мельки сломайте. В два таргета может полететь... Да вообще, типа, три духа, получается шесть духов. Может, если повезет, да? Да. Но сейчас, типа, Т4 нормально выглядит, а... Нет, сейчас очень... Сейчас они сделают 100% шанс, нахуй, будет заебись. Нет, да. Ты видел, что там помимо 100% шанса на везде написали там еще? Там вообще все заебись, это... там охуенно. Там вот холички 20к будет с лишним давать. Да, пацан написал вот этот... текст. Что он дебил, не обиделся и начал делать нормально. Бля, может тоже так же на фурике написать, что текстом долбоёб. Вообще конченый. Может сработает. Надо просто питать прям такой крик души. Я устал. Или какие-то там сломать тому. Ну что, типа. Дайте нам жить. Да нет, ну у фуриков чарки очень дико плохой, точнее в плане очень сильные. Надо просто их выбить. У вас же, кстати, не... фуриков же, кстати, недавно шапа их талант пал. Кого? Никита там. Не, нихуя не апали. Апали на X2 даже специально. На X2 это подняли и сделали. Там теперь прока. Ну, такая же суть, как у СОП, типа. Даже АТУЕшки должна прокнуть. Вот ее урон. Да, я настолько хороший декатан, что только сейчас понял, что я стереником не кидал все время. Роги он покидаю. Да, наверное, это будешь. Да темп справа. Да, шлешник будет лучше, больше безопасно. Мелик ты там. Охуеть. Не понял, пойду вот так. Зашло. Там слева. Чего скорее попадут. Они сделали выступление, как у Солф Т4? Не-не, просто механику, типа, переделали, так скажем, потому что они сами ничего. Оба же. Типа, просто как талант усов должен. Павер, иди, вот они. Они, идите, у кого рука счастливая. У меня не счастливая, смотри. Видишь, а что там должно упасть? Бенч. Блядь, пиздец, просто, это вообще что-то нереально. А, короче, дай-то, дай ДБМ этот АФК мне, АФК надо. Пойду сплачу. Кто-нибудь, один инвизер, пройдите к этому следующему боссу. Один или два? Один. Ты уже через лоб можно? А, точно. Мы как, через лока. Да-да-да. Короче, сейчас перекур, да, пока он спек делает. Да, Вар, иди спек делай. Сейчас я дам перерыв.
Бля, я сейчас бы вспомнить, как эти символы называются у Вара. Лок, если не ФКшишь, можешь со мной идти. Или если сам знаешь, где прыгать надо, чтобы шкаф поставить, можешь идти. Правда, там без мастера ауры на коня вроде не я запрыгнуть. Ок, интересная задача запрыгнуть. А, это с первого раза запрыгнул. Какой-нибудь инвизер дойдет, поставишь шкаф. Потом роги идут. Лок, если тут шкаф можешь ставить уже. Ну, видимо, тоже отошел. Ладно, еще 1.5 минуты в кайф. Тут. Умирать? Нет. Через Лока. Персоньте тогда. Ну, Лок пока в кашу. Морожку пока пьем. Сегодня я с фисташком. Лок упал. Просто иди до угла шкафа где-нибудь тут рядом поставь. Не надо прям в угол упираться. Здесь кривая текстура. Так, вдвое рок. Трэша вообще не должно быть, я считаю.
Все, оставь здесь, не бегай. Все, уроги оба ФК, что ли? Кто смотрит? Смотрю, в чате собирает каражан. Холи щит. Сволочь. Окна пошел. Пока рейдит, собирает уже второй рейд. А что, правильно. Пока соберет тот, этот как раз закончится. Ебать, это где мы, нихуя себе? Рыбу поставил, выйти. Так, Рогова, мутика спекнешь, что ли? Два мутика. Трэш, разнесете и все. Ну и ШПшка сейчас аудиатура сказочная будет. Ты чё, можно сразу босса в тупую бить? То есть ДПС не хватит, чтобы в тупую его перевести. ДПС-то хватит его перевести, но... Хватит ли ДПС-а быстрому боку бить? Хули паладина больно нету, поэтому ДЦ будет танк оверхилить. Из-за этого ретрик и ШП на диспейлах в основном. ДЦ так помогает вам только. Вар будет.